Участники клуба «Активное долголетие» продолжают еженедельно посещать занятия по акваэробике и плаванию. По словам специалистов, регулярное плавание для людей пожилого возраста является отличной профилактикой различных заболеваний и помогает вернуть активность. Занятия проводятся в ФОКе «Олимп» по понедельникам и средам в 12:00. Напомним, региональный проект для пожилых людей «Активное долголетие» реализуется на территории округа с октября 2019 года. И в настоящий момент его участниками являются более 1500 жителей пенсионного возраста. Хореографические коллективы Дома детского творчества «Буревестник» из Солнечногорска приняли участие в областном фестивале «Юные таланты Москвы». Наш город на конкурсе представляли Виктория Иванова, Анастасия Пряхина, Дарья Маркова в составе трио «Мозаика», а также солистка коллектива «Степ-класс» Софья Шевченко. Решением жюри звание лауреата второй степени в старшей возрастной группе присвоено образцовому детскому коллективу Солнечногорска «Мозаика». Молодежный центр «Подсолнух» объявляет о новом наборе в школу ведущих. Первое занятие пройдет 9 марта в 12:00 в помещении молодежного центра по улице Вертлинской, дом 1. На бесплатных занятиях в школе могут обучить всех желающих грамотно говорить, налаживать контакт с аудиторией, а также придумывать праздничные сценарии и создавать зажигательные и веселые мероприятия. Все полученные знания и приобретенные навыки обучающиеся будут применять на практике на мероприятиях молодежного центра.